Всем привет, друзья, с вами Никодим, и в этом коротком, но очень полезном видео я расскажу, для чего нужна капсула утилизации базы. Вот вроде бы простой и понятный предмет, но у многих, особенно новичков, возникают вопросы по ее использованию. Итак, вы построили базу. Она у вас может быть большая, красивая, может быть даже функциональная, но в какой-то момент вы понимаете, что она вам не нравится. Либо не нравится та планета, на которой находится эта база. Обычно такое бывает в начале игры, когда по сюжетным миссиям тебя заставляют строить базу чуть ли не на первой попавшейся планете, и, к сожалению, перенести постройки базы в другое место невозможно. Вы можете лишь с помощью клавиш Z и Ctrl удалять некоторые элементы, и часть ресурсов будет вам возвращаться в рюкзак. Но представьте, если у вас огромная многоэтажная функциональная база, то, во-первых, удаление может занять не один час, а во-вторых, у вас просто может не хватить места в инвентаре для сбора высвободившихся ресурсов. Именно для таких случаев и придумана капсула утилизации базы. Не разбирая саму базу, вы можете ее полностью удалить, при этом часть ресурсов возвращается вам и попадает вот в эту вот капсулу утилизации базы, которая по сути является огромным контейнером на 48 ячеек. При удалении базы ставить капсулу не обязательно, но чтобы потом получить доступ к ресурсам предыдущей базы, нужно поставить капсулу на новой базе. Капсулы утилизации базы работают и на грузовом корабле. Если вы, например, удалили базу на Земле, вы можете получить доступ к ресурсам в космосе. Но, к огромному сожалению, при смене самого материнского корабля ресурсы вам не возвращаются. Сейчас специально для вас, друзья, я сменю свой грузовой корабль, куплю первый попавшийся в космосе для того, чтобы провести эксперимент. Итак, обменяем этот грузовой корабль. Все, теперь он мой. И пойдемте, я установлю капсулу утилизации базы. Сейчас я установлю, посмотрим, что теперь здесь есть. И у нас в базе те же 100 намагниченного феррита, да, и 40 натрия. Все как было, так и есть. То есть ресурсы с предыдущего космического корабля, к сожалению, не передаются. И у нас абсолютно новый голый корабль, который нужно отстраивать заново. Возможно, что разработчики что-то предпримут в этом направлении, и мы не будем терять те ресурсы и постройки, которые мы строили на грузовых кораблях. Я знаю, что многие, и я в том числе ярый фанат, делать базы основные именно на грузовых кораблях. Переложить какие-либо ресурсы из вашего инвентаря в капсулу не получится. А вот обратно вы можете забрать все, что захотите. И несколько раз я использовал эту капсулу утилизации для хранения ресурсов. Я создавал базу и строил из ненужных мне ресурсов различные постройки, тем самым освобождая место в своем инвентаре. После удаления базы все эти ресурсы попадали ко мне в контейнер капсулы, и мне не приходилось носить эти ресурсы с собой в экзокостюме. А теперь я покажу, как непосредственно работает капсула утилизации базы. Посмотрите, я уже удалял несколько баз. Можете запомнить, какое количество ресурсов здесь у меня уже выложено. И сейчас я удалю эту капсулу утилизации базы, потому что она не нужна. Теперь, мне не нравится эта база. Посмотрите, здесь я сделал летающую базу, которая у меня висит в воздухе, нарушая законы гравитации. Я хочу все это удалить, поэтому я вызываю свой компьютер базы и выбираю пункт «Удалить базу». Удаляете вашу базу, она полностью стирается с планеты, также она стирается со всех баз данных. И сейчас посмотрим. Как вы видите, нет ни компьютера, нет ни самой базы, ничего у вас нет. И, например, вам эта планета, ну, почему-то вот не понравилась по какой-то причине. Вы перелетаете на другую планету, которая вам нравится больше всего. Например, я уже перелетел, чтобы не затягивать это время. Теперь на другой планете я выставляю компьютер базы. Регистрирую эту планету под себя. Занимаю базу. Итак, эту планету я занял, и теперь выставляем капсулу утилизации базы. Выставляется она в постоянных технологиях. Сейчас мы ее найдем. Вот она, капсула утилизации базы. Сразу ставьте ее где-нибудь рядышком, но так, чтобы она не мешалась. Планируйте, как вы будете строить вашу базу. И теперь посмотрите склад предметов с предыдущей базы.
И как видите, у меня значительно увеличилось количество чистого феррита, углерода, хромметалла, а также металлических обшивок. Хочу сразу сказать, что не все ресурсы возвращаются с базы, а лишь часть. Как я понял, по своим подсчетам, примерно половина. Но это будет то же самое, если вы будете удалять через Ctrl. Теперь на этой планете я могу построить свою собственную базу. И когда у меня все ресурсы исчерпаются, я могу удалить вот этот вот склад предметов. Ну что ж, друзья, надеюсь, это видео было полезно для вас, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поделитесь этим видео со своими друзьями. А на сегодня все, с вами был Никодим, до скорых встреч. Ах ты поганец, вот тебе за это.